Владимирскую область посетила группа воспитанниц пансиона Министерства обороны Российской Федерации. Там обучаются девочки с 5 по 11 класс, причем из разных регионов страны. Это дочери военнослужащих, в том числе погибших в горячих точках. Часто для них устраивают экскурсии в разные города России. По Владимирской области девочкам показали, как живут в частном городе Доброград Ковровского района. Губернатор Светлана Орлова рассказала о проведении здесь крупнейшего форума «Россия – спортивная держава». Форум мы начинали в Ледовом дворце города Коврова, там тоже очень много сделано, много красивого. Мы стали культурной столицей чемпионата мира по футболу. Мы сделали меню футбольное, которое сразили даже секретаря ФИФА. Она к нам приезжает в гости, у нас нет стадиона такого, где будут играть. Но мы стали культурной столицей, то есть очень много болельщиков, туристов, которые будут на мероприятиях, поедут через нас. Воспитанницы пансиона приехали в сопровождении первого замминистра финансов России Татьяны Нестеренко. Она отметила, Владимирская область всегда славилась своим гостеприимством. Любовь, она всегда умножается, она всегда остается в сердце. И вот я надеюсь, что вы, получив вот этот заряд любви к родине, к России, к нашей земле, это вас всех и нас всех обогатит. Программа экскурсий для воспитанниц пансиона была весьма насыщенной. Девочки осмотрели технопарк «Кванториум-33», приняли участие в посадке деревьев в поселке Мельхово, а также смогли полюбоваться экспонатами Гусевского музея «Хрусталя». В качестве подарка воспитанницы пансиона приготовили концертную программу. А кроме того, смогли пообщаться в неформальной обстановке с губернатором области. Екатерина Гаврилова, Губерния 33.